1725 года в городе им основанном умирал Петр Великий. Умирал мучительно, в жесточайших страданиях. Никогда ни один народ не совершал подвига, равного подвигу россиян в эпоху грандиозных преобразований Петра. Реформатор оставлял своим преемникам обновленную, могущественную державу. 26 января Петра соборовали. Обряд совершает вице-президент Святейшего Синода Феофан Прокопович, друг и сподвижник царя, видный идеолог петровских реформ. Прокопович был фактическим автором устава о наследии престола 22 года. Этот документ был реакцией на дело царевича Алексея. Устав закрепил за царем право при жизни назначать или смещать своего преемника. Семья царя. Жена. Екатерина. Первоначально Петр предполагал передать власть ей. С этой целью в 1724 году короновал Екатерину императрицей. Однако в последние месяцы их отношения были омрачены супружеской изменой царицы, и Петр не подтвердил своего решения. Старшая дочь, Анна, умна, образована. По брачному договору с герцогом Галштинским она и ее супруг лишались права на российский престол. Младшие дочери. 17-летняя, весьма легкомысленная Елизавета и 8-летняя, болезненная Наталья. Она переживет своего отца всего лишь на несколько недель. И, наконец, единственный наследник по мужской линии, внук императора, царевич Петр. В глазах родовитой знати, князей Голицыных и Долгоруких, почитавших древнерусские традиции престола наследия, единственным законным наследником был юный царевич. Но его приход к власти грозил великими бедами знати чиновной, птенцам гнезда Петрова. Вот они. Плачет у постели умирающего кумира герой Калиша Батурина Полтавы князь Меньшиков. Рядом с ним видный дипломат граф Толстой, граф Ягужинский, Макаров. Все они подписали смертный приговор отцу царевича, сыну Петра от первого брака Алексею. Россия ожидала завещания Петра Великого, но завещание не последовало. В ночь на 28 января, когда Петр уже лежал в предсмертной агонии, сановники с согласия Екатерины собрались на совещание преемники. В зале присутствовали приглашенные Меньшиковым и Толстым гвардейские офицеры. За окнами дворца были выстроены оба гвардейских полка. «Хотим матушку Екатерину!» – кричали гвардейцы, которым было предварительно выплачено годовое жалование. Под этот аккомпанемент партия Меньшикова выиграла себе жизнь, а Екатерина – корону российской самодержицы. Двадцать восьмого января Петр I скончался. Анна Сивкова, замужество Ломоносова, была дочерью бедного дьяка Матигорской церкви. Скончалась она в 1719 году,
когда ее сыну всего было 8 лет. По преданию, эта тихая, работящая женщина души не чаяла в своем единственном сыне. Михайле уже 13, но он так и не смог примириться со смертью матери. Сыскать тебя не могли, а ты вон он где? Отец. Ломоносов Василий Дорофеевич. Крестьянин села Мишанинского Куростровской волости. Иринушка, сын от твой. Ну, здравствуй, Михайлушка. Ирина Семеновна Карельская. Третья жена Василия Дорофеевича. Как гласит предание, бедовая мачеха. Али не рад мне? Поклонись, матушке-то новой. Песни, обычаи, традиции поморов хранили память о древних новгородцах. Они пришли на эту щедрую землю еще в 12 веке. Не знало Беломорье ни татарского нашествия, ни крепостного права. Потомкам удалых новгородских промышленников суждено было стать первыми в сухопутной России мореплавателями. От холму города Колы, 33 Николы, верно говорят. Вон сколько раз Николу Годника помянешь, пока до промыслов доберешься. А вот. Поди в нове. Не пойму никак. А ты вот какие ветра знаешь? Сток, обедник, сува, полунышник. А нам купочек-то матка не по-другому прозываться. Учись, Михайлов. Рубу узнавать, да курсы держать, поморский век короток, скоро чайка тебе достанется. Тетя? А? А почему матка показывает? От чего? Какая сила в ней? Сила? Да черт её знает. Снять легче стало. От отца к сыну передавали поморы трудное знание моря. Подводные острова, камни, корги, проходы, капризы ветров записывали в ходовой журнал. Знаменитые поморские лоции. Святой нос. Вечно здесь свой корабли губит. Сколько камней побило, сколько людей море приняло. И радость, и горе, все от моря. Свиту благодать, а по дну камни до корги. Тять, а тять? А с чего это святой нос? А как проходим,
Святой Никола, спаси нас, Святой Никола, спаси нас, Святой Никола, спаси нас. Вот и получается Святой Нос. Жертву бы надо принесть! Умилостивить, как деды наши делали! Молчи, язычник! На себя надо надеяться, а не на жертву! На себя одну посудину! Михайло, попомни, такого корабля в роду Ломоносовых никого еще не было. По цареву приказу строил. Царство ему небесное. Че скривился, мошкарь? Прав был Петр. На новоманерную-то судню зуёк. Куда? От Святого Носа вдоль скалистого Мурманского берега разбросаны десятки рыбацких становищ. Сюда приходят корабли со всех поморских мест. Обычно крестьяне объединялись в артели и котляны, объединение нескольких артелей. Судно Ломоносовых приходило летом, когда работа кипела вовсю. Василий Дорофеевич привозил соль, забирал заготовленную рыбу, но и сам принимал участие в промысле. Нелегкое это дело, рыбный промысел. Особенно тяжело достается зуйкам, мальчишкам в обучении. И дрова надо заготовить, и хлеб из печи, и накормить котляну. Ну что, зуёк, хлеб на столе и стол при стол. Хлеба не куска, и стол доска. Ну-ка, Лянька, трясёшка поспела? Поспела? О, глядим, дымом ты нас уже накормил. Ищи на стол. Ищи с пробом. Не досол на столе. И не. Патриот, не ожгись. Справнушить-то. Да, трешочки не поешь, на работе не потянешь. Навалился, дармоед? А ну скажи старину каку, а то не возьму тебя больше. Христом хлебом кормиться будешь? Слушай, Онисим, мы тебя вот высим, посадим в терем, а потом а на лавице ковер, на печи приговор, на палатах мужик, с ариной лежит, он лежит, лежит, ела баба в сметану, да брюхо болит. А глядела на милого, да муж не велит. Под лавкою лежит, собакою ворчит, кобелем визит. Пёсий сын, а? Хватит. Спать хочу. И то правда. Пошли спать, православные. Ну тебя, Машка, сгинь. Михайло. За что, тетя? По что шутку испортил, дурак? Грех это, Михайло. Попомни наперед. Thank you.
что, ослеп? Перегиб глаза. А почему? Чем ближе к северу, тем дольше солнце не закатывается. А так всю ночь и стоит. Почему? Почему? Это ответ у Господа есть. А нам понимать не обязательно. Отца-то слушаешь? Он от хозяин настоящий. Ломоносов. Сколько лет сюда ходит? И дед твой Лука тоже сюда ходил. Да не на таком корабле новомонерном, а на простых ладьях малых. А как же сюда на ладьях-то добраться тут можно? Можно, стало быть. И сюда добирались. До Груманта, до Новой Земли. За Урал в Югру ходили, на Вайгач-остров. А сколь далеко не плавай, от себя не уплывешь, а в себя заглянуть бояться. О душе позаботиться. Душа вся в промысел сошла. Поспешайте, поспешайте, господа промышленники! На пироге опоздаем! Слышь, Михайло, кваску монастырского отведаешь! О, тащи, тащи, зуёк! Без труда их жизни не порадуешься! Сомневаюсь я, как такие валуны громадные человеческими руками уложить вот можно? Да говорят, отцы основатели, сусимы и сувати, дьявола к этому делу приспособили. А? Шучу я. 500 татар-изменников строили. Сам Иван Грозный в подарок монастырю прислал. Соловецкий монастырь распространил свое духовное и экономическое влияние по всему Беломорью. Хозяйственная жизнь монастыря была необычайно многообразна. Монахи и трудники ловили рыбу, занимались сельским хозяйством, различными ремеслами. Монастырь был настолько богат, что в трудную годину сужал деньги московским царям. А глину-то на кирпич у них кони месят. Еще игумен Филипп придумал, и Сиелка придумал такую чудную, саморож подает, сама себе насушила. О, как! Отец Варсонофий! Так вот, я-то и говорю, опасаюсь вашего высокопреосвященства, как бы на Соловки не пошли.
Михайло. А не слышишь? К вечерне бьют. А ты, дед Мошкарь, чего не поспешаешь? Так на чайке задержался. Палубу как к свет прибирал. А от чего это в Святом озере вода красная, как кровь? От крови, стало быть. А чего же еще? Нынче святости-то без крови не бывает. Вон на тех деревьях монахов вешали. Все деревья увешаны были. А старцев выгнали губу, самую стужу, и там заморозили. Каких старцев? Когда? Да с полсотни лет тому, еще при Алексее Михайловиче царе. А как погубил монахов и старцев, так и сам помер тут же. А за что? Почему? Опять почему? Спать я хочу, и ты бы шел. Дед Мошкарь, а за что монахов-то вешали? Сказывай! А чего тут сказывать? Давно это было. Как Никон, монах, бывший соловецкий патриархом, стал. Разослал он память по всем церквям, чтоб креститься не двумя перстами, а щепотью, как ныне. С тех пор и начался между верующими раскол. Здешняя-то братья с Никанором сосланным отказалась Никону подчиниться. Осталась в старой вере. Нового архимандрита не приняли. Мало что не убили. Вот царь Алексей Михайлович тишайший распалился. И послал на них воеводу с отрядом. Ну? Ну, дальше? Вот так-то и началось сидение Соловецкое. Отряд от 10 тысяч человек был, и ничего не могли сделать. 8 лет старцы сидели в монастыре и сдавались. В отряде у монахов знакомцы были среди стрельцов наших двинских. Да, отряд от 10 тысяч человек был, а монахов не более 500. А взять монастырь не могли. Никогда бы царю не взять. Перебежчик поганый нашелся, феоктист. Тайный ход указал воеводе Мещеринову. Ну, порвался воевода с отрядом, да со всеми страдальцами соловецкими расправился люто. Сам-то он, правда, тоже недолго прожил-то. Тут же в тюрьме Головленковой из духа каянной. Все, кто жив тогда остался, здесь потом сгнили, в тюрьме Головленковой. Там уже все померли? Те-то все. Да здесь сейчас новые сидят. Святое место пусто не бывает. А сейчас-то за что? Кто здесь?
разные. За непокорство сидят, за скаридные дела, за письма подметные, за кощуны дерзкие, одержимые. Стрельцы второго бунта сидят, которым голову не отрубили. Староверцы, старцы святые. А разве есть еще? И то нет. Есть и будут. После смерти Петра распалась созданная им блестящая когорта государственных деятелей России. Птенцы гнезда Петрова перегрызлись в смертельной схватке за власть. Меньшиков одержал верх, другой любимец Петра, граф Толстой, проиграл. Всеми забытый, он умрет здесь, в каменном мешке Соловков. Каменный лабиринт. Свидетель эпохи неолита. Второе тысячелетие до нашей эры. Во всем мире их сохранилось около 200. Из них на Соловках 33 лабиринта. Каково их подлинное назначение, мы не знаем. Быть может, это связано с погребальным культом первобытных людей. Быть может, это атрибуты промысловой магии. Быть может, древнее святилище или самый первый в мире календарь. Отец Ворсунов и сведения получил. Слобских погостов. Шведы опять рубеж перешли. Отряд 500 человек. Поди на корму. Спрашивали, далеко ли до царских заводов. Отец Ворсунов и в искреннем опасении, как бы на Соловки да на Архангельск флотом не сдвинули. Сколь не бил их царь Петр, все никак не уймутся. Михайло! Козырительная труба называется. Отец в Фарсанофе сверхденег дал. Да ты не суды-то вот так вот погляди, а на заиски.
Видишь, Андреевская церковь? В честь Петра поставили. В 1702 году Петр в сопровождении 30 кораблей прибыл на Соловки. Ему салютовали пушечной пальбой из всех орудий на башнях монастыря. За 6 дней, с 10 по 16 августа, на Большом Заяцком острове была выстроена деревянная церковь в честь Андрея Первозванного. С тех пор русские военные корабли стали плавать под Андреевским флагом. Ну что, Машкарь, остаешься ли с нами до курострова? Да не знаю сам. Надо бы брата навестить, может, помер. Да боюсь. А чего ты боишься? Чего всякий человек боится? Человек боится голода, холода, врагов, а ты чего больше опасаешься? А я пуще всего слабости боюсь. Слабости? Ты еще у нас вон какой шустрый. Хоть сейчас да под венец, а? Я не того. Душевной слабости боюсь. Ишь ты, ты у нас словно девка. Оттого веселимся, господа промышленники. То скоро дома будем. Сына благодарю, он ловил. Вымахал-то как за елка, угошайтесь. Да, а у Кулов-то Иван ныне один на моржей пошел. Там моржи его ладью-то пробили. Крестинин Егор, да Дмитриев Степан тоже вот нынче утонули. Афанасий Матигорец на Каненом носу во время бури разбился. Вся артель погибла. Да, море кормит, море и хоронит.
меня не души, Господи. Я жать его не бить. Ногам волюшки не давать. За волосы не таскать. Ниже пояса не бить. Ну, орлы, до первой кровушки. Зачинай, Василий. Михайлова, выручай, Денисовские, это наших бьют. А ну, Денисовские, подай! Не руби, не руби! Что, напослед остался? Ну, держись, Зуёк. Эй, не Зуёк. Молодец, Михайло. Ну что, Грин, не поток? Постой, Елена. Держи, держи, жемчужину-то. Дождался я тебя. Пойдем, покажу чего. Кровь-то утри, боец. Чего топчешься? Садись. Люльку топновить собрался. Сына жду. Что прод наш шубных прославил. А если девка родится? Ну и что ж, вновь судьбу испытам. Дело-то не хитрое. Сыну Шубнову родиться только в 1741 году. Но он воистину прославит фамилию, став великим русским скульптором, членом Петербургской и Болонской академии художеств, Федотом Шубиным. Понятно, не в диковинку тебе. Ладно, не затем звал. Открой сундук-то. Видишь? Чё? Чё-чё? Ничего. 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 Вот видал окаянный, спужался сна. Вот лишак тебя задери, а? Вот чумовой. Духовные жития, псалтырь? Да ты сам смотри, вот, может, и не духовные. Вот старый Дудин, что книги собирал, нынче помер, а сыновья как раз женится, им ни к чему. Вот я на кости выменял, дарет. Благодарствую, Иван, вовек твоей милости не забуду. В долгу я перед тобой. Вот когда в священники выбьешься, а ли в дьяконы, тогда и про долг не забудь. Ah!
дождалась. Все глаза проплакала. Отец в прохмель с мужиками, а сынок с синяками явля. Душегубы. Так еще царь Петр указ издал о розыске руд серебряных и всяких негодных. Награды дают большие, да? Ищи, кому не лень. Запретов тоже нету. А кто найдет, тому от воеводы грамота. Ставь завод в любое время. Во! Так чего теряться-то? Чего теряться-то? Ивана Федорова Пенежанина, кто знает? Так вот, сказывал он мне, что у каменного носа самоеды в устье Медовой реки камни видел. Сверху точно золото, а ежели разломишь, в них светло, как серебро. Так я сам видел, как на новой от земле серебро на землю выходит. Пустозерский-то руда из горы течет белая, словно олово. Сюда сейчас дороже стало. Голландцы ее скупают по 15 рублей пуд. А Томила, Василь-то, носник наш, посад сел, бросил, промысел-то. Харчевную избу открыл, да хмелем торгут. То ж дело. Деньга к деньге катится, да в кубышку складится. Войском-то остроги, глянь, уже завод поставили, для вытопки ворвани! Знаю, знаю, Баженин-то 3 корабля строт, на китов ходит. Я б со смолы большую прибыль бы взял, если б казна платила вовремя. Да прибыль-то везде видна, головушка идет кругом. Эх, недельку побалую и на китов пойду. От конского китоловства. А я вот что скажу. Как царь Петр в архангельске наземцам откупа отменил и пошлину ввел за всех равную, с тех пор поморам стала большая польза. Вот с тех пор все пошло. Все с Петра пошло. Все. Тятенька, возьми меня с собой на китов. А ну-ка, Зуев, поди сюда. А что это Зуёк у тебя в руках? Книги Иван подарил Шубной. О, это хорошо. Грамотно нашим торговым деле, это хорошо. Отцу Семёну поклонись. За науки трудные. Родители за все благодарить-то надо. Такого отца Михайло почитать надо. Золотые слова! Ты, Василий, завсегда имеешь в своем промысле счастье. А если кто невезучий? Царь Петр, царь Петр! А кто ввел кабальные налоги? На бороды, на гробы дубовые. А налог подушный сел хоть копей в год. Кто? Сядь, охальник, сядь. Ты, Василий, потому удачлив-то, что чтишь указы царские, церковные законы почитаешь. Я довольство свое кровавым потом нажил. Без отца, без матери, сиротой мыкался. А теперь, Михайло, твоя дорога торная. Держи полтину. Радуй родителя. Тятенька, а на китов возьмешь? Так сенокосная пора. Ступай. Смотри, глаза вот не сломай. По велениям великого государя нашего Петра Алексеевича. Арифметика. Сирич наука числительная. Сочинена сия книга через труды Леонтия Магнитского. Изданная в 1703 году, книга эта стала сводом математических знаний того времени. Изложена она была свежо и последовательно.
содержала большое количество примеров и задач, взятых из жизненной практики. Славянская грамматика Мелентия Смотрицкого напечатана была еще в 1648 году. В отличие от предыдущей книги, написана была весьма путанно и очень невразумительным языком. И все же это была единственная русская грамматика. Шли годы. Михаил ходил с отцом на дальние промыслы, на Мурман, Мизель, Круман. Но где бы он ни был, его сопровождали две эти редкие книги. Впоследствии академик Ломоносов назовет их вратами своей учености. Тогда избиши супротивных множество велия, и святый Александр сами язви в лицо короля их, и лишь с немногими по брани оставшимися, вдав плещи, побеже, исчез. А град Псков, а то он их паки возврати, к своей державе блаженный Александр, и в землю их шед, многие грады и веси пожже, многих неистовых мечом поруби, яко в свейском народе имя Александрова страшное и ужасно бяше. Спасибо тебе, Михайло. Читал внятно и расстановочно. Ты что же, наизусть жития-то зубрил? Я, Семен Никитич, страницу раз прочту, помню. Наизусть могу. Да, учить тебя больше нечему. Ты так скоро в дьяконы, а то и в архиереи выйдешь. Я кому надо скажу, в епархии-то. Отец Семен, вот сказано, земля на трех китах стоит. А я нынче в плава не видел этих китов. Ну, большие. А сомневаюсь я, чтобы хоть наш куростров выдержать могли. Ты слово такое забудь, сомневаюсь. Ты верь, верь. Ведь как сказано в прописях-то? А кто вопрошает всяк свою философию, ты тому отвечай. Я буквам обучен, а всяких эллинских премудростей не проходил. А как же, Семен Никитич, в Псалтыре-то сказано? Не слов ловителя, а ума искатель человек быть должен. Где же вы искать-то для мирской жизни? В мирских книгах? Ты не мудри. В Библии-то что сказано? Погублю премудрость мудрых и разума разумных отвергуся. Ясно? Ясно. Одно не ясно. Сегодня день постный. Как же вы скоромные и вино? Приворожили тебя, что ли? Сон мне снился, будто гонится за мной кто. Бегу, бегу, оглянуться-то страшно. Книжку-то переверните, матушка. А кто это? Будто поп наш Семен Никитич. Пифагор, математикус греческий. Господи, царица небесная. Сарай забежала. Сено спряталось. А сквозь сено вижу руки. Руки, будто горло моему тянут. Закричать хочу, и не могу, мочи-то нет. А кто душил-то вас, матушка? Ты, изверг мой. Угоден я вам стал, матушка. Причин же за собой не ведаю.
От работы, боюсь, отобьешься. Поди коров выгони. Постой! Иди с Богом. Хитрый. По что хитрость твоя? Глупый, матушка, глупый. 16 годов только. А по силе да по облику ты 20 дать можно. Хоть сейчас под венец. Может, и на примете кто есть? Церкви идешь и не крестишься? Может, слепой? Раскольник, небось, тайный. Какой тайный-то? Это ж мошкарь. Опять объявился. Воду мутит. У змей подколодный. Но? Ну, почти храм Божий. Осени себя крестным знамением. Да истинным. Тремя перстами, ну! Мошкаря помали. Забьют должно быть. Возьми юку! Тупить таких надо! Уйди, матушка! Да пустой! А ну, крестись! На! А ну, крестись! Тремя перстами! Разойдись! Прыгайте! Что это с ним? Чума должна быть. Что?
стали изгильники. Ишь? Указ о нашем брате знаешь? Если кто явно перекрестится в старую веру, казнить, а тайных староверцев бить кнутом, а также их укрывателей. Испугался? Да не больно, ты пужливый. А ты что, дед Мошкарь, вправду раскольник? Это вы раскольники. Вы щепотники. Вези в Холмогоров, в сыск. Сказано, да кутора вера гонима, та и права. Блаженны изгнанные. А за что вы стоите? Почему с жизнью не согласны? За что? Чтобы народ возвратить к старинным временам и обычаям, к вере истинной. Помнишь, как Соловецкие-то защитники? А зачем? Сейчас же все по-новому. То-то и оно. Ничего истинного не осталось. А в чем оно, истинная вера? В чем? Двумя перстами, крестным знамением себя усинять, а не щепотью. Истинная вера о двух перстах, а не от трех. А еще? А еще в старых книгах писалось Иисус, а в новых Никон повелел писать с приложением излишней буквы – Иисус. Там даже страшно помыслить об этом. А еще? Или все? Из одной буквы? И малая опись содевает великую ересь. Сказано, умрем за один ас. Люб ты мне, Михайло, ищешь. А у нас на все вопросы ответы есть. Прийти не испужаешься? С Богом. Старообрядцы, в просторечии раскольники, хранили не только старые православные обряды, но и старинную русскую книжность. Причиной раскола, произошедшего еще в 17 веке при царе Алексея Михайловича, стала деятельность патриарха Никона по преобразованию древних обрядов и русских церковных книг по новогреческим образцам. Защитники старых традиций, вождем которых был протопоп Аввакум, были отлучены от церкви. Возник раскол. Примыкая к нему, народ выражал протест против освященного церковью крепостничества. Люди покидали родные места, уходили в леса, за Волгу, на север и основывали там раскольничьи общины скиты. Чего молчишь? Ты меня как мать родную почитать должен. По одной половице ходить. Честью мечу обучился, а корм скотине я должна запаривать. Больно. Ну что ты все молчишь? Мал еще молчать. Я лошадей поил, корм запарил, баньку он протопил. Мне тятенька вроде за главного в доме оставил. Я тебе покажу главного. Терплю от вас, матушка. Терплю. Да терпеть-то кому смелости не доставало? Телок ты. Сегодня про...
Освети мое сердце. Помоги, помоги, Господи. Веру истинную стало испытуешь. Сомнением еще пришел. Тайно пришел. Тайно. Ну, смотри, присматривайся. В ваших церквях благодать онемела. Духом была и огнем стала дорогим каменем на иконах. Службы требуй, без попов мы служим. Не нужны они нам в грехе погрязшие. Не по житиям живут, в довольстве погрязли. Ты вон тоже слышал я, в достатке живешь. Да и я в миру богат был. Бросил все. Почему? Потому что не все в достатке живут. Только малое число. Вот смотри, кто здесь спасается. Люди, гонимые от веры еретической. Этот вот рядом с тобой, беглый, помещика его собаками затравил за то, что жена оглянулась. А его разорили богатеи мирские, земли у него наветами отняли. Пушкарь увечный бывший. Крестьяне подачами кровавыми да лихоимством замученные. Рекруты беглые сквозь строй прогнанные. Много их, много. Нельзя глаз-то на это закрывать. Свалилось горе на землю русскую. С людей три шкуры дерут. В миру зло, в церкви зло. Отступила над Христа. Мерзость запустения на месте святом. Род христианский наказуется за то, что пошел по стопам волка Никона. Вот смотри, книга. Повесть о страдавших в России за древнецерковное благостное предание. Святой Аввакум ее написал. Почитай всем нам. На мизине из дома моего двух человек удавили никоняне на виселиц. Старцу Иону Казанца в Кольском рассекли на пятер. В Казани 30 человек сожгли, а по Волге той живущих в городах и в селах, в деревеньках тысячами положено под меч не желающих принять печать Антихристова. Да, Михайло, зло торжествует в мире. Несправедливость Антихристова. Да скоро конец его царствию придет. Умудренные в Писании высчитали в следующем году. Через год наступит кончина мира. Погибнет царство Антихристова. А бессмертные души человеческие переселятся в другой мир. И там всем воздастся по заслугам. Кто попадет в рай, тот, кто трудился и скорбел на земле.
толстобрюхим в нем не быть. Не быть в нем и царям. Конец злу придет. В это мы верим крепко. А до тех пор? А до тех пор ждать. Мы выгод мирских не ищем. Мы правды и справедливости взыскуем. Книги наши тайные от всех прячь, от внешних таись, терпи. С Богом. Дед Мошкарь, а ведь царь Петр лучше царей прошлых-то. Ты что? Ты что? Петр он и есть самый антихрист. Кто благочестие до конца искоренил? Кто русских порядок и привычки потребил? Кто всех склонил к обычаям стран поганых? Жену-то русскую в монастырь сослал, а сам сыноверкой в грехе ожил. А теперь-то эту немку царицей сделали. А стрельцов-то, что за правое дело восстали, лютой казни предал. 3000 самый сверг голову рубил страдальцам. Да что стрельцов, сына собственного Алексея не пожалел. За стенки запытал. Кровопивец. Себя-то первенству Христову ревнуя, Петром Великим назвал! Змей он древний сатана! Прелестный хульник поган!